Всем привет, друзья! Хочу вам сегодня рассказать, как можно на AliExpress выбрать правильно по размеру себе одежду. Я думаю, каждый, кто заходил на этот сайт, удивлялся огромному количеству одежды, которая здесь продается, всевозможных фасонов, расцветок, стилей и так далее. Но многие опасаются, как можно покупать себе одежду, не примеривая ее, боятся взять не по размеру. Я хочу рассказать вам свой опыт, как я заказываю одежду на AliExpress, так что она всегда подходит мне по размеру. Значит, первый такой удачный опыт на AliExpress моих покупок одежды было, это вот такая вот ветровочка, которая просто идеально мне подошла, просто идеально, что называется. И здесь вот продавец, который продает эти ветровки, чуть пониже приводит такую таблицу, где рядом с размерами первый столбец XL идут, а дальше идет размерность в сантиметрах, то есть объем груди, длина плеча, рукава, вес и так далее. То есть, первый раз я так чисто примерно подобрал себе. Я попадаю на 4XL. Конечно, почитал еще отзывы о покупках этой ветровки. И она подошла мне просто идеально. И, собственно, с этого момента я стал искать одежду, которая именно соответствует, во-первых, 4XL, да, а во-вторых, чтобы эти параметры объема груди, плеча и так далее, они совпадали. То есть для примера я вам сейчас покажу, например, такой кардиганчик, который тут, видите, идет размерность до 5XL. Если сейчас посмотреть таблицу, тут она по-другому выстроена, но имеется в виду, что chest это, значит, эта грудь, она здесь для 5XL 120 сантиметров. То есть, видите, у этого продавца 126 сантиметров для 4XL, а у этого продавца для 5XL 120 сантиметров. То есть этот кардиган, он мне даже 5XL, он будет мне мал. Потом могу вам показать, еще какой-нибудь вариант тоже. Тут тоже достаточно много размеров. Опять спускаемся сюда, смотрим табличку. Видите, обхват груди 128. Это мне подойдет. И оставшиеся параметры, там ширина плеча там и прочие вещи, все это совпадает. Плюс-минус 1 сантиметр. Тут, видите, плечо 51 сантиметр, а здесь 50 сантиметров. Тут обхват груди 128, а тут 126. Когда это плюс-минус 1-2 сантиметра, это, собственно говоря, особой разницы не играет. То есть этот кардиганчик, он мне бы подошел. И именно 4XL. Тут много еще всевозможных вариантов. Опять-таки, тоже я заказывал, тоже отлично подошел. Тут по-английски это бюст, это объем груди, 126 сантиметров, 51 плечи. В принципе, как раз по этому размеру. То есть таким образом, друзья, все это подбирается. Первый раз, конечно, придется вам рискнуть, что называется. Не стоит заказывать сразу какую-то дорогую вещь. Конечно, предварительно вы измерьте свою одежду, которая вам идеально подходит. Почитайте обязательно отзывы. Люди обычно пишут, какой вес у них, видите, какой рост, какую размерность брали. И после того, как вы хотя бы даже одну какую-то вещь, пусть недорогую, купите, но будете знать эту табличку, свою размерность, да, в следующий раз вы уже 100% купите себе идеальную одежду.
Вот. Ну, я думаю, тут разница в их целях состоит в том, что люди бывают разные, бывают высокие, худые, бывают низкорослые, полные, бывают высокие, полные, да, и, соответственно, с Excel, то есть мерить по Excel, это неправильно. То есть всегда мерьте именно по сантиметрам. Вот. И смотрите, как правило, все продавцы обязательно такую табличку с размерами у себя вешают. То есть достаточно вам будет всего лишь один раз одну какую-то вещь купить. Значит, я вот себе даже, например, потом скриншот сделал вот этот вот, вот этой ветровочки, и перед тем, как заказываю, например, у каких-то продавцов, я сначала им отправляю вот эту, значит, фотографию, вот этот рисуночек, говорю, вот у меня такие вот размеры, 4 XL. Вот. У меня есть видео о том, как можно поговорить с продавцом, то есть вы можете посмотреть. То есть еще не оплачивая товар, предварительно просто поговорить, спросить, действительно ли вот для таких размеров, значит, он продает вещи. Если он говорит, да, все окей, все правильно, ну, тогда можно заказывать. Вот такой вот у меня опыт покупок. Ну и в дальнейшем вы уже никогда не ошибетесь со своими размерами. И качество здесь лично мне очень нравится. Хорошего качества и приемлемо по цене. Так что, друзья, вот так вот заказывайте. Кстати, вот этот вот кардиганчик, который я заказывал, вот, я тут тоже оставил, видите, отзыв, что покупал 4 XL, и вот эту вот свою табличку приколол, потому что человек, который до меня заказывал, пишет, что кофта хоть и супер, но мала на 3 размера меньше. Вот. Вот недовольный покупатель. Так что я думаю, если бы он посмотрел мое видео, то не ошибся бы. То есть он, видимо, смотрел по Excel, а надо смотреть, друзья, не по Excel, а по сантиметрам. И тогда вы никогда не ошибетесь, а сам вот этот кардиган просто шикарный. Вот. Мне он идеально подошел, и никаких проблем не возникает. Вот такой вот лайфхак. Если видео вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Спасибо всем за внимание, всем пока.